Всем привет, с вами Семен, а это Dying Light, мы продолжаем проходить эту игру. Как я тебе сказал в конце прошлого выпуска, который у меня, этот самый конец прошлого выпуска, был только что, у тебя, наверное, день. Ну, наверное, может, неделя прошла, я уже не знаю. Поражаем Dying Light. Короче, нам нужно с тобой добраться до того входа, я уже прям даже понял как. Главное не пиздануться, остальное это не важно. Все тупой, залезь, блядь. Так, теперь как? Теперь вот так, да, наверное? Продолжаем мы с тобой долго очень. Я разговаривал по телефону. Куда, блядь? Во-во-во, тихо! А, не. А, да. Долбоёб. Короче, сука, блядь, какой же ты упырь, а? Какой же ты упырь? А как теперь? А, я понял. А, спокойно, запустил таймер я. Как отмерить время? Время-то как нам с тобой мерить записи? Так, а тут... Ага, вот. Нам вот этот... Подожди, так может нам и тот проход-то нужен? Бля, походу он нам нужен. Чтобы вот сюда перелезть. Ой, блядь, подожди, а как? А, да, нам нужен вон тот, потому что вон там, вон есть... ты сюда залезешь? Не залезет. Вон там, потому что есть... Знаешь, что? Сейчас я тебе скажу. А, хуй, я понял, ладно. Тогда не он. Там есть, я думал, там желтая труба была. Тогда только тот. Пойдем. Ебануться это сейчас тут очков навыков все заработают. Не эти, а уровни. Уровни заработают. Потому что там сейчас ночь... А мы тут с тобой прыгаем. 44, просто я залез на уступ. Нам бы уже с тобой, друган, вот эта труба нужна была. Очень сильно бы. Сейчас, стой. Сейчас посмотрим. Долбоёб или что, блядь? Нельзя, короче, на неё туда забраться. Думал почему-то, что я уже залез. Я просто сейчас очень долго разговаривал по телефону. Бля, ну тут надо... Ну, благо, у меня не все хп отнимается, поэтому это вообще не суть важно. А, блядь, да? А, нет. Или да? Я вот думаю, блядь, а может... Сука, можно же вот подсюда пролезть. Стой, подожди, куда? Вот подсюда пролезть? Вон туда пройти, там просто перепрыгнуть, блядь. А, не, хуй. Показали. А, нет. Бля, звездон тут как все сложно. Немножко вниз. Да куда? Блять. Я думал, получится. Я думал, получится. Не получилось. Ну почти, ладно, покачаем себе немножко уровень. Десятый, кстати, уже почти финал игры, но только 10 уровень. Это, наверное, здесь-то даже очень хорошо. Хотя, наверное, можно было и на уровень побольше сделать. Вот уровень силы, так вообще у меня уже почти вкачан на 11. К концу-то игры, наверное, уровень какой-нибудь 13 или 15 будет. Ну, в принципе, здесь можно поднять и вообще умопомрачительный, потому что это же нелинейная игра. Здесь можно было к концу игры поднять и 20-й. Наверное, ты чё? Зачем? Вниз просто мне, да? Сдай. Аккуратно. Потому что это же игра-то не только сюжет. Мы с тобой сейчас только сюжет проходим, потому что эти дополнительные задания не хочу их бить. Не-не, мне можно вот немножко что пониже. Нет, нельзя, ладно. Туда пойдем. Да ты долбоеб. А тут невозможно, по-моему, тут какая-то хуйня. А, так что невозможно? Да вон с трубы сюда перепрыгнуть. Все возможно. Просто очень долго. Я что-то, блядь, не соображаю временами, как тут эти проходы, блядь, про прыжки. Тут пропрыгать, там пройти. Зачем? Сейчас аккуратно.
Вот снимайте у меня 34 хп, блядь. Тютелька в тютельку. Куда? Так, далеко. Еще чуть-чуть, на всякий случай подстрахуемся. Вот сюда залезаешь. Идешь до середины. Просто отталкивай. А, хуй, я понял, ладно. Тогда нет. А как тогда, блядь? А каким? А, блядь, дебил! Да, наверное же, спуститься-то можно же с нее, с этой трубы-то вниз. С синей. Я чуть даже это и не предусмотрел, там же можно пройти по мостику просто. И запрыгнуть потом уже на вторую эту трубу. Ёб твою мать, пиздец, бред какой. Ладно, уровень ловкости качаем. Да хорошо, знаешь, это вот самый идеальный баланс. Уровень ловкости примерно такой же, как и уровень силы. Это очень хорошо. Чтобы они одинаково качались. А то будет качаться, например, одна сила или одна ловкость. И будет не очень. Ой-ой-ой, тихо. Тут же можно просто вот тут по мостку пройти чуть-чуть. Совсем немножко. И запрыгнуть уже вот здесь. Блядь, пиздец. Чего я до этого не додумался? Так, ну в принципе-то... Не, лезем дальше. Там нельзя. Там вот сверху что-то. Какая-то хуйня есть. А что, не можешь дальше? Да? А, я понял все почему. Да ты тупой. Слезь. Я понял почему дальше. Потому что дальше тут эта труба. Ну-ка, стой. Я еще раз прям, мало ли баг. Серьезно, не можешь дальше. А тогда как? Только прыжками получается. Он не допрыгнет отсюда. А, хули не допрыгнет. Допрыгнет, вот еще как долез. Аллилуйя, блядь. Пошли быстрей. Побегаем чуть-чуть. А что не дали уровень ловкости? Ой, блядь, пиздодельный. Хера там! Хера! Давай, сука! Голову с плеч, тварь малолетняя! Ну, давай. Ебать их там сколько, сука! И нахуй отсюда! Голова! Нормально? И этот, давай. Сразу сшибу тебе. Блять, аккуратно. Давай-давай-давай, ну давай! Давай, падла! Я жду! Обыщу, ладно. Сюда. Ну давай! Чё, будешь, блядь, проход зайти или чё? Ладно, снипа. А? Иди отсюда, блядь, жаба! Упал! И куда вот он, блядь, там спикировал? Там просто еще эти упыри есть. А хотя чё, блядь? Я думал, типа, аккуратненько между ними пройти. Так, обашься-ка говном. Их просто нереально большое количество. Прям реально очень много, блядь. Ладно, будем кромсать их. Ой, блядь. Бежим, 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 бежим. Вот так вот будем. Постепенно, постепенно, постепенно будем двигаться. Я быстрее вас бегаю, блядь! Зампай быстрее вас бегает! Ah!
Быстрей. Вот так, блядь, надо делать. Вот так. Хуй блюешь, блядь! Сразу же. Сразу же еще чуть-чуть. Прямо совсем маленечко обмажься. Так, где-то здесь. Снизу, блядь. В смысле, снизу. Кто еще-то? А, вот тут. Там между проходом кто-то стоит еще. Два пиздодельных. Вот здесь. Куда ты, блядь, ушел-то? Ладно, с этим подеремся. Тут, блядь, бабёна. Иди нахуй сказал! Я первый. А, блядь, я жду, так это работает. Забываю постоянно про эти прыжки. Кстати, аптечка. Кстати, аптечка, полечиться надо, очень плохо. Еще чуть-чуть, до конца. Я только не говорю, что здесь была какая-нибудь шоколадка, я мог вторую птичку не использовать. Все, ладно. Так, смотрите, я всех обирать не буду никого в жопу, потому что... Сам понимаешь. Так, что за вообще территория-то, блядь? Мне надо вниз. А, наоборот, вверх надо, окей. Так. Пособираем. Сигаретки продам, эти все продам. А что, это не работает, что ли? Нет, это не работает, хорошо. О, у меня оружие почти село. О, не потратилось, отлично, вообще хорошо. Сезам, откройся! О, дошли, наконец-то. Ты видишь, что это уроды Раиса будут? Замечательная погода. Наверное, это оно и есть. О, хорошо, слушай, как раз и ночь закончилась. Нормально, у меня сила 11, получено очко навыка, давай, выживаемость там какая-то. Так, выживаемость и сила, да, все правильно. Так, мини-ловушки, которые бомбы, которые прикрывают мутантов. Нет, говно. А вот это прям хорошо. А что такое? Кошка, научите делать кошку, с любой помощью быстрее заводим передвигу. Блять, вот это хорошо. Вот это прям отлично будет, но вот это, мне кажется, больше мне нравится. Там, давай, блять, можно два очка? Ну ладно, сейчас вкачаем вот это, потом вкачаем кошку. Уровень силы, что-то новое. А тут ничего особо нового нет, это мы все с тобой видели. Вот это, наверное, больше подходит, потому что там говно одно. Все равно эту кошку его сейчас изготовить не смог, это ясен хер. Ко мне куда надо-то? В эфир спрыгнуть. А, спрыгните вниз, хорошо. Блять. Пошли в воду прыгнем. Опа. Блять, вот уголок вот был. Там уголок был. Вот чуть-чуть. Вот чуть-чуть совсем там было. Я задел своего, его своей огромной жопой, блядь. Ладно, я прыгну в мусор. Вот сейчас попаду. Так, когда ты меня не победит, я приземлюсь на кучу ржавых ножей. Точно говорю. Сколько нам уже с тобой там не везло. Да, дружище, ты в порядке? Сразу. Я на поверхности, пока цел. О, теперь слушай. Тебе нужна карточка ключ к подстанции. Без нее питание на антенну не включится. И где взять эту карточку? Надо порыться в контейнерах. Она в каком-то из них. В мусорке, что ли, блядь? То есть ее надо еще найти? В смысле, ее может найти не быть? Нет, она где-то там. Просто тот парень, который был там до тебя, передал карточку в один из контейнеров, прежде чем мы потеряли связь с ним. Поищите в контейнерах карточку и пропуск. А, ну ладно, там, блядь, какие-то определенные контейнеры, слава богу. Но мало ли что. О! Шоколадочка раз, алкашечка два. Да почему нельзя собирать шоколадки? Они же такие полезные иногда бывают. Да лечиться, это прям с чуточек.
Так, кофе, химикат, и фонарь выключи, мешается. Так, контейнер, ну пойдем искать. Блять. Подожди, так у нас ночь еще, что ли? 6 утра, не времени, блять, уже не ночь. Че не цветает-то почему? Так, за воротами, да? О, там что-то есть. А где вход? Вот тут. А, вход, скорее всего, на крыше где-то. Нет. Вот тут вход. Это дом без входа? Что за бред, блядь? А, это гараж, я понял, это гараж. Ладно, в жопу. Охренеть, серьезно, 200 метров. Ему что, не было чем было заняться, что ли? Там что, громила, что ли, стоит? Или... Это что такое, блядь? Вот это вот, отдыхает. Это кто? Это пиздодельный? Его надо вниз спихнуть. Что за нахуй? Тут, блядь, ничего себе ванпост! Тут и громилы, и пиздодельные, и обычные, блядь. Все какие есть, нахуй. Блядь, гнидос. Сюда иди. Сюда иди, я сейчас попробую свой новый навык. Умри, упади, пропади. Блядь. Где он? Куда он? Блядь, незаметный, сука. Голова с плеч, падла. Обыскал. Говном обмазался. Пошли. Пошли, новый навык попробуем. Здесь какой-то... Ну, нет, блядь, тут этого нет. Этого внимания тоже не привлекаю. Ну такой себе молодец. Этого сейчас заебошим. Ебать их там. Обмазывайся, слушай, мужик, потому что это прям пиздец. Так я чё, блядь? Давай громилу трогать не будем, пойдем наверх. Пиздодельный, кстати. Здравствуй, нахуй. Бля, я в этом говне не вижу нихуя. А, все, я его убил. Так, тут кто? Бойцы Раиса, зомба... Блядь, зомбарей дохуя. Ебанулся. Ой-ой-ой-ой-ой, жаба. Ебать, ебать, это же все пиздодельные. А, нет, это не пиздодельные. По жопе дал разочек, блядь. А он тебя на меня ополчился, да? Да, он тебя на меня ополчился. Я теперь ему хотя бы наношу существенный урон, кстати. Мне это очень радует. Но надо с ними разбираться в любом случае, потому что... Иначе это какой-то пиздец прям. Конечно, ничего не открывается. Это как все это беспокоится-то? А, вот это контейнеры, что ли? Ну да, уроды, идем сюда. Сейчас я вас всех порешаю. Главное, чтобы этот хуй сюда не пришел. Ёбаный в рот. Взрывайся, падла.
А, блядь, вот так. Не уя. А, бля, он тоже умеет ходить, сука. Упади. Молодец, по своим ебаш. Ёб твою мать, я думал, он не умеет ходить-то. Зато я умею лазить вот сюда, они не умеют. Вы же лохи, блядь. Не получится, не? Ебаника. Бля, у меня же есть тут ствол. Сколько ему осталось-то, блядь? А, у меня патронов нет на стволе, а мне еще понадобится где-нибудь, наверное. Решаем, порешаем сейчас их всех, порешаем с тобой. В минусах. Так, огромный, сука. В минус. Так, взрывающийся мудак. Бля, что ж мне с тобой делать-то? Мне их надо убить по-другому никак. Дима, я могу их отсюда пиздить? Да могу, наверное. Могу. Ой, блядь, залезь быстрей! А как меня с другой стороны это выбросило? Уходи. Сейчас мы так его и отпиздим с тобой. Опа, отошел. Сейчас, блядь, сдохнешь, падла, мразь. Говно. Чё, 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 чё? Аккуратно, блядь. Уберись! Нормально? Ой, блядь, здравствуй, пожалуйста. Привет, как дела? Ёбаный в рот, пиздец мне, да. О, нихуя, живем пока. Ой, ёбаный пиздец. Вы как тут? Вот так-то. Вот так-то. Продолжаем. Так, да тоже, в принципе, вот этот шлагбаум, он, наверное, туда не перейдет никогда в жизни. Где урод-то этот? Отпрыгивай! Блять, ну почти же! Куда полетел-то ты? С лестницы кого-то с каким-то гопником, блядь, берут. С лестницы меня спустил, урод. И, короче, вот сюда. Сюда он не перед по-любому, поэтому я его по-быстрому здесь завалю. Ну, не сможет, наверное. А хотя-ка, ну-ка. Ну-ка, стой-ка. Ну, иди, иди, иди сюда. Вон я в баллон выстрелю просто, когда он здесь будет. А вообще страть, да, хочет? Это что, блядь? Улетел? Блядь. Давай, блядь, на-ка, сука. Если он, сука, он, когда уворачивается от него далеко, он очень сильно... Блядь! На-ка, нахуй! На! Понятно, нет? Что такое адреналин? Иди сюда! Там что, еще что где-то тут орёт? А кто, блядь? Я всех убил. Так, закрыто. Давай искать! Давай искать вот здесь вот. Контейнеры где-то какие-то. Французский ключ, трубный ключ, нахуй мне нужен. Так, может вот здесь? Нет, где-то вот здесь вот. Скорее всего, нужно как-то попасть вот в это здание. А, в этом здании тоже есть зомбарь вроде как. У меня же голос начал срываться опять, да? А, это зомбарь был тут взрывающий, серьезно?
Как мне повезло на самом деле. Так, откроем дверцу. Так. Гвозди, блядь. А он здесь, что ли, где-то? Электроника. Или где? Если здесь, то я сейчас его найду, наверное. Если нет, то это сложнее будет. Скировка. Так, тут что? Тут бабло. Тут тоже бабло. Труба. Ружбайка этого дебила. Так, тут, судя по всему, нет ни черта. У нас есть следующая территория, в которой, наверное, что-то... А, нет, это вот. Вот края территории. Где-то здесь. А, так все-таки вот в этих контейнерах-то надо, да? Или где? А, блядь, вот эти, что ли? Говорите, в сундуках, какие контейнеры? Нет здесь ни черта. А эти, их надо обыскивать или что, блядь? Там сверху что, какой-то проход есть, вот здесь. Просто нахер все это собираю, блядь. Марли. Я нихуя не понял. Чё? Почём? Прекрасно. Ничего нет. Заебись. Надо было всего лишь подняться наверх. Как классно. Ну как наверх? Надо было и не сверх, наверное, смотреть. Пошли теперь. У меня залечусь. 8 аптечек. Так, аккуратно, сейчас бы всю эту хилку сразу не просрать. Было бы очень хорошо. Ты как-то правнее сяду, блядь, сижу, хитулившись. Так, куда? 90 метров. О, блядь, а как? А, нахуй я спустился-то. Ебануться, блядь. Это там зомбаков. Вот это уровень сил, да там покачается, покачается, я тебе скажу. Поэтому я лучше подсюда. Так, тут что-то есть? Нет, нету. Пиздец, ну там нет пиздодельных. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Ой, блядь, началось. Сколько процентов сюжета пройдено? 80. Так, осторожно, не прыгаем ни в коем случае. И главное, чтобы без пиздодельных. Если будут пиздодельные, будет очень плохо. Почему? Потому что, блядь, они туда будут запрыгивать и не мешать. Holy shit. Твою мать! Худший мост на свете. Пиздец, кто его, блядь? У-у-у! Вот и все, блядь. Вот и здравствуй. Вот и как дела? Вот и, блядь, спасибо, да. Да, а ты не мог немножко ниже доспрыгнуть. А ну хотя чего вы нам спрыгнули? Летите, потому что жопу-то там не порвут, это столб, вот там уже два пистодельных. Тихо. Где-то не пиздодельный. Ну нет, ну почему это пиздодельный? Ой, бать! Опять эти уроды. Так, я залез. Пизда... О, да, громильник! Скотильник, пиздильник. Меня еще тут охаркает. Ой, бля, ой, заебись, как классно мне. Хорошо и весело, блядь. Нихуя не весело, нихуя не классно. Звездон полнейший. Все, я засел. Ствол бери. А там что-то хоть патроны, блядь, оставил. Как догадался, блядь. Так, аккуратно, не на вот того он вычленить. Вот так-то нахуй. Вставай, падла! Встал? Упал! Да ладно! Вот тут другой, сука, харкается. Вот прямо здесь стоит этот урод, во-первых. Я не буду открывать эту дверь, я не дебил. Продолжаем. На телефоне сегодня, ебать, спокойно веди. Аккуратно, 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 аккуратно.
Ну ладно, с ним как справляться мы знаем с тобой. Судя по всему, нихуя мы с тобой ничего не знаем. Харкуны! Где харкуны? Да, это громильник, падла. Еще двое, что ли? Ебать, как здорово! Вообще пиздец. Так, у меня из металки, чуть нормальное такое, прям и гранаты бы вот вообще бы сейчас не помешало, если честно. А, вот оно мое все. Чертежи. Я могу гранату сделать. Вот прям гранату. Коктейль молотова, ракеты, сюрикены. Горячие сюрикены. Вот самодельные гранаты. Давай. Давай я лучше осколочник на бубеню себе. Три штучки хотя бы. Я на краю стою, опасно очень. 15 осколочных гранат, отлично. Вот, великолепный сюрикен. Заодно постоит пока чуть-чуть. Так она вообще ничего не стоит, что ли, получается? Ладно, давай их пиздить снизу. Это же возможно, наверное. Да, нельзя, жалко. Подожди, если бы прям гранату вот чисто под него сюда бросить. Прям чисто вот сюда. Вот, например, прям под ним. Да, жопа она немножко ему подпалила, но вообще нихуя на самом деле. Хотя... Это как, блядь? Вот так-то. Гори, тварь! А чё не горит-то? Беги, блядь! Ну давай, ну ты же метаешь там что-то. Как-то. Бля, давай я его заведу в вагоне элементарно. Ебать. Гори! Ты должен гореть, падла, ты должен гореть! Гори! Блять, ты чё умный что ли или чего? У меня оружие уже почти сдохшее. Пиздейшн. Пооткрываем ящик сам, а то, блять. Сейчас, может, найдем, да тогда не будем уж дальше-то это все дело делать. Ты по всему нет, нам так тут не повезет с тобой. Так нам тут не повезет. Что, дети еще нет? А, еще и что-то есть. Банк, продам все нахуй. Бля, огонь потух. Херово. О-о-о. Так этот минус. Он почти сдох. Я понял. Что нам нужно сделать? Нам надо его туда его с тобой заманить. И там же его приговорить, блять. Вот сюда вот иди. Ебать! Я встань тут тупик, сука! Так, ладно. Следующим образом поступаем. Гранатка. Хотя бы зомбарей этих убьет, что ли, блядь. Бля, на него не дотягиваюсь, совсем прям капелюшечку. А, у него дотягиваюсь, нормально. Ну, если можно, хорошо. Поехали. Чё же я так раньше там не догадался сделать, блядь, сесть и бить его? Или там условия, блядь, не позволяли, я уж не помню, что там было, блядь. Это было сколько, блядь, 4 выпуска назад, наверное, даже больше. По голове вот так аккуратненько будем его пиздить. Все, упал. Блядь, не упал еще. Аккуратно. Еще держится, падла. Все, недолго ему осталось. Покопи немножко. А, давай его супер ударом попробуем ебануть. Блядь. Рано. Вот так-то!
Супер удар затащил. И, блядь, еще головой об стенку. Головой об стенку пизданулся. Вот так-то! Заместил бы. Тут их что-то очень много было. Так вот этого обыщем. Бад маскировка. Я что, блядь, в ней весь утонул? Маскировки-то в его. Так, где-то еще огромный-то был разорванный. Бля, он пропал. Жалко. А, нет, вот это же он был, или кто? Нет, это не он был, 100%. Его, может, там свои растащили, блядь. Так. Бля, тут сюда по всему посложнее, давай смотреть. Суперудар прям затащил, суперудар прям все затащил. Так, тут закрыто. Тут нет ничего. Ровным счетом, вообще. Вот тут. Там, по-моему, даже и прохода-то нету, если еще. А, нет, есть. Зомбари. Так это же этот, блядь. Парочка пруд. Так это же мой друган. Есть, ну наконец-то. Есть, Умик, я нашел карточку. Отлично, теперь иди на подстанцию. Это рядом с радиомачтой. Уже за что-то там. Вот за карточку захвати внутрь. Так это же мой друган этот, кто он там, этот, как его зовут-то, блядь? Амир, Тамир. Фирамир, блядь, как его зовут-то, я не помню. Ну вот, что, короче, это он. Либо просто похож. Он тоже в желтом, блядь, был тоже с такой же стрижкой. Ладно, пойдем. Я пойду пока что тут, по тротуару, блядь, ходить 10 тысяч лет. Какие-то пути, в итоге, блядь, заблужусь и будет еще хуже. Это как в Far Cry было, блядь. Дорога есть, но там можно сократить, но есть риск, что ты заблудишься. Пусть в жопу зайдешь. Потом оттуда уже не следишь. Так. Почему вот сюда нам надо? Да, вон там дорожка есть. По времени-то что? О, блядь, по времени. По времени вот тут что? 6 утра, что-то... Типа это туши-то сильно закрыли? Ну, хера себе, там туши, блядь. Там, наверное, эти тучи закроют так, что эту землю со... Блядь, не видно. Ебанулся сразу же, серьезно, блядь. Ладно. Хорошо, что их, блядь, суперудар оглушает, потому что иначе было бы плохо. До свидания. Так, а собственно-то... Ой, ты уже тут, блядь. А ты, блядь, кто такой-то вообще? Так, пошли искать проход. Здесь он не перелезет. Вы, бедня, может, нажмете? Нажми. Всей гурьбой, давайте. Сделать мне проход, я пока поищу. Если это есть, который без колючей проволоки заборчик. А как я до него доберусь, собственно? О, бля, пиздодельня стоит. Да еще, судя по всему, и огромный где-то есть. Так, пиздодельня есть и там, либо это Харкун. А, ой, я понял, как сюда забраться. Блять. Все, у меня 0 патронов. Так, есть Харкун. Ну, на 2 выстрелов ложится, я, мне кажется, я попал. Да, он лег, все. Этот с 3 почему-то лег, странно, блядь. Там нужно было машину только. Нормально. А, так вот это... Ой, блядь, ладно, ясно. Понятно, это не сложно. Так, камикадзе, чудесно! Че, нету бочек-то никаких тут? Ладно, я сразу же вот сюда. Так, внизу... Так, одна бочка есть. Пара мертвецов уже нет. 2 патрона осталось. А, ну, что-то у меня на винтовке есть. Страшно.
сюда идем. Давай, давай. О, блять, он взорвет вместе все с бочкой, сука. А, не, нормально. Иди сюда, гнидос. Иди сюда. Ты же умеешь ходить, блять, иди. Иди! О, нихуя их тут тоже, блять. Спокойно. Все, нету патронов. Так, ствол посаженный. На винтовку сколько патронов? 120. Пиздаем, все, блядь, пиздаем, сука, пизда, пиздаем. Им пизда. Где моя винтовка? Так, вот эта винтовка 222, которую урон наносит, да? Да-да-да, все, 222. Наносит. Нахуй мне две винтовки? Хотя, что бы, собственно, и нет. Да ладно, ты жив, что ли, блядь? О, приветствую, блядь, таймер садится. Заебись вообще. Блядь, быстрей. Гори, 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 гори. А ты куда, блядь, пошел-то? Ты меня вылупил, слови патрон, блядь. Здравствуйте, пожалуйста, приветствую, пока. Ладно, здесь уроды эти полегче. Здесь уроды эти немножко полегче. Блядь, 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 встань, 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 встань. Лечись, лечись, сука. Еще чуть-чуть. Подойди прям вот сюда вот. Давай. А, тебе тут что-то мешает, тогда иди сюда. А, ну тогда вообще-то знаешь, что надо ловить гранату. Это как, блядь? Ну как? А как он меня вообще сбил-то? Подожди, да, я использую маскировку. Просто рядом с ним встану. И он меня уже типа знает. Вот у меня знают вот эти вот уроды. Блять, да, этот урод меня уже знал, ладно, маскировка бессмысленна. Тихо, тихо, спокойно. Я могу? Да, я могу. Нормально. О, блядь, вот это позиция, конечно. А кого? Алло, подойди сюда. Сюрикенами. А, сюрики... А, блядь, я их убрал. Стой, ладно, гранат все больше не понадобится. Гранта больше не понадобится. Великолепный сюрикен, осколочная граната, все. Ой, блядь, да куда? Ну, сука, я перепутал кнопки, блядь. Пиздодельный, здравствуй, иди нахуй отсюда. Куда ты тут вообще взялся, гнида? Наконец-то, блядь. А, нормально, окей. Хуя, $500. Не буду пока. Блядь, думал, не буду. Тут двери будут мешать. О, ладно, не буду. А иди в электростанцию. Тут тоже какой-то вход быть особенный есть. Ничего, нахуй. Блять. Немножко не рассчитал. Давай. Так, здесь мелкие зомби. Бить ему нахуй ту башку, блядь! Бей! Отошел!
Отошел? Отошел, блядь, и отошел куда-то, не туда. О, блядь, прям к нему иду, прям к нему иду. Че, обратно, друган, пришли с тобой, вот сюда. Ну, давай. Давай, сучара. Пизда мне, пизда мне, пизда мне, все, пизда мне. Хотя... Че пизда-то? Так и знал, блядь. Так и знал, что последний удар будет. Нормально. Лох! Чмырь, мудак. Так, а чё как? О-о-о. А чё как? Я не понял. Ты можешь туда залезть? А вот сюда? Подожди, ты можешь залезть куда-нибудь? Не может он туда никуда. А куда? Как идти-то? Дед, я заебался уже тут ходить. Куда идти-то мне, ёб твою мать? Тут вот отломано решет... А, это, наверное, не решет, отломано, это подход этот отломан. Не хочу. Так, воин электростанции, где-то что ли вход, что ли, какой есть? Ничего. Определенно. Тут тоже почему-то показано, что... блядь. Гений я, конечно. Окей. Умник, я внутри! А ты себе трансформатор! А дверь можно было закрыть? Блять, ты серьезно? Не можно было и не пиздиться. Ну хорошо, ладно. Хотя в итоге, наверное, пришел бы, потому что я потом все равно же нужен был наружу там выйти. Там меня сразу же встретили все. Ой, блять! Что, блять, творишь-то нахуй? Нельзя, сука, кто, блядь, догадался это сделать, а кому оборвать руки, кто-то из людей, блядь, сделал то это. Блядь, причем это настолько банально, этот скример, ну типа что, что что-то там еще сильнее страшно, блядь. Так, отлично, еще второй. Прекрасно, теперь надень щит управления и у подножия мачты включи его тоже. А это что такое, блядь? А, да, если... А, тут, окей, хорошо. Подножья, ну да, все равно пришлось выходить. Окей. Поднимайся на мачту, устанавливай усилитель. Любое радио в радиусе пары сантиметров будет работать как дверь. Ага, вы вас на мачту, легко сказать. Конечно, бомбежка. Как, блядь, на мачту подняться, ёбаный в рот. Вопрос, кстати, продолжается, и он актуальный. Это... Черт, трос обор... Какой нахуй трос, что произошло? Это что было, блядь? А чё 6 FPS? А я не понял, а чё за хрень-то началась? Чё произошло-то? Это, блядь, что? Вау, вау, вау! Ебануться, блядь! А что это такое-то вообще? Почему тут, да, блядь, никого не было, а тут дохуя пиздодельник? Ух, ебать!
Какой трос-то, блядь, оборвался? Ебать, спасибо большое. Если там бы не было выхода, нахуй. Меня еще и током шваркает. Классно, мне же мало, блядь. А как? Тварь, блядь. Какой куда, блядь, трос-то? Кого ему надо-то, блядь? Какой трос-то? А-а-а! Блять, а чё этого же не было, блядь? Или было, я не заметил просто. Быстрее давай. Тут чё, не полезешь? Ага, понял. Ну Far Cry, начался, Far Cry с этими, с радиолышками, блядь. Far Cry. Уже было у нас с тобой это, в каком-то из выпусков. В одном из первых каких-то. Или в седьмом, я не помню. Ну, один из первых, я говорю. Так. А это куда? Подожди, блядь, ничего не соображаю. Он не долезет, он вообще куда-то мимо пролетел. Он не долезет вообще, нет. Ни грамма, ни разу, вообще никогда в жизни. А, блядь, ну там что-то есть. А, я понял. Спасибо, веревочка помогла мне, блядь. И чё, я туда же пришел, блядь? Или нет, я не соображаю уже ни черта. Дальше-то куда? Чё это за лупа-то вообще? Куда идти-то? Ёбаный в рот, ты мне дашь уже сегодня поиграть? Куда ты на институт нас нажал? И чё мне это дало, блядь? Это не работает. Вот этой хуйне забраться. Так и тоже не особо работает. Так, хорошо, я хотя бы понял, где он, блядь. Теперь мне какими-то хуями надо куда-то туда попасть наверх, блядь. А какими, блядь, я ничего не соображаю уже. Вот сюда. Блять. Там, судя по всему, надо было на них забраться, потому что... А куда иначе? Там тупики везде. Я не допрыгнул просто. Оу, спасибо. Да! Все, заебись. Это, блядь, не странно, она прыгает. Вот я тебе что скажу, очень странно. Блядь, я уж хотел поблагодарить, думаю, сказал, спасибо, что лезть сюда, лихуй. Дали, ага. А, во, дали. Ну, спасибо, ладно, тут за это. Нихера! А чё еще, блядь, сложнее нельзя было сделать? Спасибо, как залез? Крейн, когда становишь усилок, не забудь настроить радио, нужную частоту. Да, понимаю. Так. Еще чуть выше. О. Здесь выбор меня понятно куда. Ебать он у меня как обезьяна, слушай, я серьезно говорю. Прыгай только в путь. Сейчас
хера тут людей померло. О, так они все живые, бля! Ебать! Правильно, блядь, действительно. Хера себе! Вот это поворотец! Не звору... Ой, в жопу, спасибо. Наконец-то лестница. Ну это серьезно, говорю, тебе вышки в Far Cry на там последнем этапе прохождения этого самого Far Cry, когда они уже неебически сложные, блядь. Что это, день? Я думаю, деньги, голова чит. Чё, опять, блядь? А, окей. Прыгай давай. Ещё, блядь, куда ещё-то, сука? Куда, блядь, ещё? Кто же знал, что по ней можно залезать-то? Я не знал. Повышение урона еще бы, блядь, ведь вообще должны дать сейчас хуй знать кого. Так, сюда, наверное. А, блядь, тут был по куда? Я тут не увидел там этот мостик. Ну, типа, как вот. Прям мне в глаза смотрел поперечный. Можно уже все, а? Ну, правда, ни в какие рамки уже, блядь, не лезет. Спасибо, наконец. Ты что, блядь? О, блядь. Там сюда кто-то очень жесткий лезет, блядь. По-моему. Такой звук, как будто кто-то лез сюда. Вот опять. Или это я? Ты пиздодельный может лезет? Пиздодельных на карте не вижу. Фу, наконец-то, блядь. Вот так-то. Настраивай ради, надо уже частоту не забудь, блядь. Все, кто меня слышит, слушайте! Этот Кайл Крейн, я передаю сообщение из Корана, закрытого на карантин! Полковник Теннер и Министерство обороны солгали! В городе еще есть уцелевшие! Они хотят разбомбить Коран, если это случится, вы будете знать, что Теннер и другие министерства убийцы! Твою мать! В зоне карантина кто-то выжил! Эй, как слышно? Прием! Это... Я так и сдал, так и сдал! Yes! Успел! Нормально все! Крейн, это ты? Как слышно? Какого черта вам надо? Хотим дать тебе шанс покинуть это кошмарное место. Да? Какой такой радости? Я так и не выяснил, кто переслал наш файл. Даже аванс не работал, не отработал. Дело прошлое, Кайл. Забудем это, как страшный сон. Да будет у нас результат исследования доктора Зера, и мы прошлем с тобой вертолет для эвакуации. Кстати, я знаю, что было в том файле. Знаю, что собирались нажить на вирусе. Крейн. И теперь вам срочно понадобилась вакцина, да? Это единственный способ сохранить лицо, убедить мир, чтобы все трудились над созданием вакцины. Не говори глупостей. Принеси нам исследование, все будет хорошо. Вам нужен взятый? Так, дождись от меня сигнала. И умник, ты здесь? Усилитель стоит. Отлично, Крейн. Теперь съезжай по троллею. Как приземлишься, рядом будет тут тот туннель, о котором я тебе говорил. Идите в туннель, блядь. Время уж много пора заканчивать. Так, а смысле, он не работает? А, я не подошел. Страшно, потому что мало, блядь, упаду. Хера себе, он долго съезжает, пиздец. Может, шип? В? Нет. Разъясни нас хоть чуть-чуть, а то вообще пиздец был. Чёрт, да! Ебать! Я что-то даже и не понял. Рыбка, блядь, плавает. Тунец. Пожалуйста, зайдём в туннель, на этом закончим. 9 метров всего. Пиздец, ну ладно, мы с тобой выполнили задание, люди выжили. Это самое главное. Так, это куда там идти опять? А, все понятно. Окей. Сюда? Иди выход в старый город. Вход. Все, давайте на этом закончим, прямо здесь в следующей серии продолжим. Ух, пока хорошо, слушайте, пока хорошо, пока дико
драйвово-звездово, и у меня таймер почти сел. О, хорошо, мы закончили с тобой. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и пишите комментарий. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать самые новые ролики. В следующем дай лайк и ревью, друзья, будем уже вот серии на серию, наверное, уже будем заканчивать, 20% сюжета осталось. А, поэтому вот, все, всем пока.